Друзья, всем привет! Это «Нетипичные мигранты». Мы купили дом на колесах и месяц назад начали в нем ремонт. И тогда он выглядел совершенно иначе. Да, месяц назад все выглядело вот таким примерно образом. Стандартная отделка, как и у всех RV, темные фасады у кухни, темная мебель, как этот коричневый, кожаный диван. В общем, все, что мне совершенно не нравится в интерьере. Поэтому мы решили здесь сделать переделку, перекрасить стены в белый цвет, заменить некоторую мебель, поменять диван на светлые, сделать небольшую перепланировку и убрать лишнее то, что нам не нужно. Нашу переделку мы начали с демонтажа. Первым делом мы начали демонтаж в детской. Изначально тут было 4 спальных места. Двухэтажная кровать, одно подъемное спальное место, кровать на петлях и внизу еще раскладной диван. Нам нужно только 2 спальных места для детей и место для занятий, так как дети учатся онлайн. Поэтому мы демонтировали подвесную кровать и убрали диван. Так, дальше что ломать? Шкаф вот этот? Да. Еще в детской стоял небольшой низкий шкаф. Внизу этого шкафчика на полу находится нагревательная система. Вместо этого недошкафа мы запланировали сделать полноценную систему хранения от пола до потолка. Поэтому первоначальный шкафчик тоже пошел под снос. Когда все лишнее было демонтировано, в небольшой комнате стало прям много места и хотелось все так и оставить. Но, к сожалению, это невозможно. Поэтому полюбовались пустотой и поехали дальше. Следующим на очереди был подвесной шкафчик в санузле. Угадайте, на скольких саморезах висела эта небольшая полка. И правильный ответ – 16 саморезов. Вопрос «Зачем?» Дима задавал каждый раз, когда выкручивал новый саморез, начиная с 4-го. Мы решили заменить раковину и кран в санузле, так же, как и столешницу сделать деревянной. Поэтому демонтаж продолжается. Вот смотри, взяли и вот не доклеили кусок, прикрыли. А нам что дальше делать? После демонтажа пришло время подготовки стен к покраске. Мы обеспылили стены, обезжирили их, проклеили бумажным скотчем то, что не должно быть покрашено, и начали с покраски стен в детской. Основным цветом был выбран белый цвет. Краску мы использовали акриловую. В итоге красили в 3 слоя, чтобы добиться нужного эффекта. И первые просто приготовление пищи. Торжественное. Питание вам все румяные, всем жаренько. Ох, хорошо. Флорида. 25 марта. О. Сюда или сюда? Нет, там это не будет работать без этого. Вторым акцентным цветом мы выбрали терракотовый. В этот цвет решили покрасить фасады кухни и шкаф у входа в детскую. Изначально мы планировали купить готовый шкаф в детскую, но увидев при демонтаже, что на полу располагается нагревательная система, поняли, что лучше сделать по-другому. Сделать стенку, а внутри повесить вешалку или полки, чтобы получился шкаф. Вместо двери повесить шторку, чтобы не утяжелять конструкцию. В качестве стола для занятий для детей мы решили использовать ту самую подвесную кровать на петлях, которую демонтировали ранее.
Мы ее перекрасили и повесили обратно, но на другой высоте. Получился стол. Тесненько. Ну, что поделать. Дошла очередь до нашей с Димой спальни. Тут мы демонтировали только полку. Решили, что хотим сделать ее деревянной и другого размера, чтобы можно было туда ставить какие-то корзины для хранения. Двери в санузел и в нашу комнату мы сняли и зашкурили шлейф машинкой, чтобы краска лучше держалась. Ручки с фасадов кухни мы сняли, нам не подходил их серебряный цвет. Но мы решили не покупать новый, а просто покрасить старый из баллончика. Посмотрим, как будет эта краска держаться при использовании. Если будет слезать, купим черные ручки. Мы опять приехали в строительную. Всю неделю мы сюда приезжаем чаще, чем в продуктовый. А неделю у нас была покраска, немножко затянулась. Сложновато красить, там очень много углов, очень много каких-то стыков, очень много всяких планочек. Вот, это Home Depot, и мы немножко отфигеваем от цен, честно признаться, особенно на дерево. Вот у нас там есть идея деревянных столешниц, и я еще хотела сделать стенку с такими планочками. И когда мы увидели цены на эти деревяшки, мы вообще конкретно прифигели. Получается, что у них цена не за доску, не за досочку, не за планочку, а за фифу. Один фут – это примерно 30 сантиметров. И вот цены 30 сантиметров деревянных планочек. $2, 4. Мы в итоге купили самые дешевые планочки по 74 цента за 30 сантиметров. Прям в край ставить. Только край. Мы решили немного увеличить рабочую зону на кухне. Для этого заказали на Амазоне подъемный механизм. От обеденного стола, который был изначально в трейлере, отрезали нужный кусок. И у нас получился раскладной столик, который можно поднимать при готовке. Кухонный фартук, который был в изначальном дизайне, нам совершенно не подходил по стилю. Поэтому мы все на том же Амазоне заказали специальные панели. Они сделаны из композита и ПВХ. С обратной стороны уже наклеен двусторонний скотч. Они легко режутся и очень удобны в использовании. А самое главное, колоссально преображают пространство.
Для детской комнаты мы нашли кубической формы полки, сделанные из переработанного картона. Они очень легкие, стоят недорого, и в них помещается много вещей. В нашей спальне мы решили сделать изголовье кровати с подсветкой. Для этого купили неон теплого белого цвета и диммер. Подожди, это же выключено было. Даже так уже красиво. Я тоже так думаю, дальше-то не надо ничего делать. Не, надо. Подсветку установили. Дальше нужно было сделать само изголовье. Его решили делать из тех самых планочек, которые стоят по 74 цента за 30 сантиметров. Разметили, отрезали, и Дима приступил к монтажу. Стенка в санузле у раковины по плану тоже должна была быть из планочек. Но, узнав цены на дерево, мы решили немного схитрить и место за зеркалом оставить пустым. Основные работы на этом были закончены. Оставалось заменить неподходящую нам по стилю сантехнику на новую, повесить дверные ручки, собрать новую мебель, обеденный стол и диван. Ну и самая приятная, моя любимая часть – это подобрать декор, выбрать шторы, подушки, коврики, всякие декоративные элементы, полочки, вазочки, столики, свечки, корзиночки и так далее. Ну и давайте мы вам наконец-то покажем, как было и как стало. Thank you.
Друзья, мы надеемся, вам понравилось наше видео про переделку дома. И вы поставите лайк и напишите комментарий. Это помогает в продвижении видео. В следующем нашем ролике мы сделаем подробный обзор, как все устроено в доме, как все работает. Поделимся лайфхаками жизни в небольшом пространстве. Поэтому подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до новых встреч!